потому что у нас фильмы оценивают не по качеству, а потому, насколько они патриотичны и как они воспитывают в том духе, в каком нужно властям, чтобы любили Сталина, чтобы любили Брежнева, чтобы любили Путина и так далее, и так далее. И вообще, чтобы гордились нашей историей, у меня не было ни одного темного пятна, все было замечательно, ГУЛАГ, все было замечательно. Пока буду по такому принципу получать деньги на кино, кино очень дорогое удовольствие, оно не может существовать без поддержки или частных компаний, которые на этом зарабатывают, но без вмешательства государства. Тогда они будут думать, что для кого-то нужно пустое развлекательное кино, и они будут выпускать такие фильмы. А кто-то пойдет на серьезный, настоящий фильм талантливого режиссера, и они будут отпускать деньги на такие фильмы тоже, предполагая, что и эта аудитория может дать им заработать. Но у нас финансирует кино больше всего государство и финансирует, исходя из своих политических соображений, а не из качества выпускаемых фильмов. До тех пор, пока государство будет решать свои проблемы за счет нашего кинематографа, у нас не будет наших фильмов на каннских фестивалях.